Для всех, кто принимает активное участие в работе общественных советов или, напротив, только собирается вступить в их ряды, в регионе стартовала акция «Самарская область. Наш дом». Концерты и награды с самым активным и обсуждение планов на будущее. С теми, кто двигает реформу местного самоуправления, пообщалась Мария Шпакова. В зале управляющие микрорайонами и активисты общественных советов. На сцене для них в преддверии Дня города творческий подарок – балет «Дон Кихот». Около 3 часов испанских страстей. Почти с таким же накалом проходит и собрание советов микрорайонов. Они сами поднимают проблемные вопросы своих территорий и сами пытаются их решить. И то, что происходит в нашем городе, это результат вашей работы. Мы видим, как благоустраиваются территории домов, прилегающие дома территории. Строятся спортивные комплексы, культурные центры реставрируются, дороги. В конце концов, разбиты красивейшие клумбы в нашем городе. В Самаре по инициативе губернатора создано 355 общественных советов микрорайонов. Реформа местного самоуправления в апреле этого года начала новый этап. Теперь активисты осуществляют общественный контроль на муниципальном уровне. Тем, кто с задачей уже успешно справляется, в этот день награды. Почетные грамоты от главы региона. От всей души хочу сказать огромное спасибо нашему губернатору Самарской области Николаю Ивановичу Мелькушкину за такую высокую оценку нашего общего труда. Наверное, нужно начинать с себя, чтобы свой дом, наша Самара была чище, краше, профессиональнее. И объединив все усилия, мы можем добиться высоких результатов. Результаты от совместной работы власти и людей уже есть. Благоустройство кварталов, озеленение дворов, а борьба с незаконной продажей алкоголя и вовсе может принести доход самим микрорайонам. 80% дополнительно собранных средств будет возвращаться на развитие территорий. Решение, на что их направить, примут сами жители. Глава региона не раз отмечал, стоит задача вовлечь в работу общественных советов микрорайонов до 90% всех жителей Самары и вместе благоустроить город. Мария Шпакова, Александр Дмитриев, Новости Губерния.